Друзья, уже где-то полгода существует Wall Street онлайн-группа в Google Plus. В Фейсбуке привычнее всем, я думаю, хотя я сам не пользуюсь особо Фейсбуком, мне достаточно отвлекает, и можно там пропасть на час, наверное. Пока всем ответишь, либо там почитаешь какие-то статьи. Вот. В Google Plus там более все спокойно и просто. И группа закрытая. То есть на Facebook есть группа Wall Street Online, она открытая, любой может там быть участником. И на Google Plus там есть разные разделы. Можно размещать свои мысли, какие-то свои исследования, обсуждать. Там как раз модерируется группа. Все форексные спамы ни в коем случае там не должны появляться, вы их там не должны обнаружить даже. То есть только по делу. Год, ну, как время летит, кошмар. Вот. И то есть если тихо, спокойно, обсудить можно там. То есть если после Wall Street Online остались какие-то интересные обсуждения, вы можете там спокойно общаться, делиться информацией. Группа закрытая, и ребята смотрят очень внимательно, кто туда попадает. То есть все участники проходят как бы фейс-контроль. Поэтому там никаких спамов, никакого всякого безумия, все очень спокойно и по делу. Так, это у нас рубль. После двухнедельного такого полуволатильного движения на 68, 67. Так, что-то я разговорился, я здесь выделял уровни сейчас. Вот так. И вот здесь коридорчик, такая дозагрузка. Ну, шансов немного, но на всякий случай вдруг зацепится. И до 65 300 здесь локейшн такой добротный на поддержку. Здесь массивность, и вот этот блок уже был такой двухблочная модель на покупку, она самая. Вот. И уже крайний блокпост, который нужно одолеть, это 64-я, 64-я, 200. Три сессии идет целенаправленно, и это хорошо, потому что есть цель, не вижу препятствий. Не способность рубль толкнуть выше 67 по 67 500 будет означать, что агрессоры на продажу на этом фьючерсе достаточно серьезные. Собственно, по ликвидности видно, что с 2 200 подскочила ликвидка до 3-4 миллионов за день. Сейчас мы на споте это еще посмотрим по открытому интересу в первую очередь. Открывали позиции, по крайней мере, вот последние две сессии. И если не ошибаюсь, открытый интерес практически на самом топовом уровне, что достаточно неплохо. Две сессии идут селлеры, 166 тонн на пятнице, 187, и вот 215 в этом контракте рекордная агрессия. Смотрим на Spotibus. Фунт, Канада, иена. Так, на споте, на томике. Четверг, победа селлеров, 163 тонны. Причем действовали они агрессивно, 65-9, 66. Тут есть и побольше ликвидности, но тут преимущественно дельта на перевес идет.
Кстати, достаточно много разных обновлений происходит в платформе, и в том числе и с Дельтой. Те, кто посматривают на раздел System News, там публикуются обновления в платформе, новые разные доработки, обновления, добавления в уже существующие модули каких-то вспомогательных где-то фильтров, настроек. Из тех, кто еще не успел знакомиться, довелось все-таки увидеть Time and Cells, еще немножко сыроват, то есть, но уже есть изменения. Значит, давно хотели все Time and Cells ленту, и она появилась так достаточно незаметно, поэтому на всякий случай вот решил показать, что есть такие вот обновления в платформе. Здесь можно настраивать колонки само собой. Где он тут? Фильтр по объему, и еще будут добавляться различные фильтры, связанные также со временем и количеством трейдов. Всем, кто сейчас есть в чате, присутствует, свои пожелания либо видение, как будет, какие функции добавить в тот или иной модуль, вы можете смело писать на почту, и мы их внимательно прочитываем. То есть вот, допустим, Time and Cells очень долго уже просили клиенты и выделили время, сделали ребята программисты в Time and Cells, пока еще он такой не адаптивный под разные запросы разных трейдеров, но в скором времени он весь будет такой, как вы хотите. Поэтому смело пишите на почту официальную. Вот такой-то модуль. Желательно конструктивно, понятно, потому что бывает художественно, ребята. Бидаск спред. Да-да-да-да-да-да. Я так понимаю, не без вашего участия, да? Spread imbalance — это косая дельта, которая, в принципе, немаловажный тоже фильтр. У меня, как видите, я уже отключил пока по объемам фильтр по дельте. У меня в основном на процентах стоят. Здесь можно 200 поставить. То есть есть там своя суть. То есть, в принципе, можно комбинировать эти все фильтры и количественные значения, и в процентные, они друг другу мешать не будут. Я, допустим, просто взял и яркие оттенки на фильтрацию по объему, а более такие темные оставил на процентную дельту. И так отличаю процентный перевес и по ликвидности. Ну, не о них сейчас речь. В общем, Time and Cells есть, используйте. Он с параметрами Tick Direct, агрессор. Заметьте, какие бывают различия. Возвращаемся к рубрику. Так, и нам нужен спот. Мы уже зафиксировали, там были селлеры. 15-минутный таймфрейм. Сейчас мы выделим такие спекулятивные уровни на этой неделе. И тут, соответственно, три семерочки после шестерочки. Вторник отличился, несомненно. Потом среда, совсем не стесняясь, с этого уровня ушла, потом еще два раза даже возвращалась. Никак проститься не могли. Это, конечно, подло, но это же надо было 375 тонн, чтобы... Похоже, там лимитники какие-то стояли. Прям тютелька в тютельку.
чуваки какие-то, ребята очень смелые. Ну, в общем, уровень серьезный, как видите. Ядро недели, в принципе, можно выделить этот коридор, но очень плотно, и практически каждая цена проторгована не меньше. Суммарно тут даже больше объемов, в том, который сейчас я выделю. Поэтому я бы выделил этот как стартовый массив, а второй уже здесь. Здесь просто цена одна такая, вот 67 350, увесистая, и 67 500. Кругли. Итак, причем торговая неделя, ну, чуть-чуть еще и вернется к открытию, но тут, я думаю, уже не получится у них. Дошли даже до второго отклонения. Здесь первое отклонение я убрал, чтобы они не мешали. И главное, чтобы рублик не пустили выше 67. Тут как раз UWP проходит, соответственно, и ядро недели рядышком. Все как и нужно. В принципе, понедельник, вторник будет бояться этих уровней. Тогда селлеры чувствуют уверенность, и будет со стороны селлеров ликвидность прибавляться. Будет корректировка вот этого уровня, если пробьют они вот закрытие четверга, будут идти до открытия, когда штаты открылись, вот они размещались тут, соответственно, и будете мониторить защиту 67, тут и ликвидность четверга как раз на руку, там и дельта была соответствующая, и открытый интерес там открывали позиции, поэтому смело можно брать 66 920. Подход к этому уровню будет таким уже первым алертом. 66 900, как будет четверг защищать. Если не пустят выше четверга, то возможно будем дальше идти ниже 65, но опять же посмотрим, как оно будет. В среду нефть, евро. Такой не очень приятный контракт, такая достаточно рваная котировка, массивы прям без настроек можно выделять. Так, берем 134 12.85 начало контракта, и вот начали двигаться в сторону барьера последнего. 10.15, 10.45, тут 4 дня, тут 3, и достаточно вроде справились с поддержкой, идут третий раз, то есть они здесь были на 10.15 еще в июне, в конце июля пришли еще раз, защитили, и вот уже 3 сессии или даже 4 сессии